Щедровка или на украинский манер Щедрівка. Традиция прославлять дом хозяина в канун Старого Нового года появилась довольно давно. Навскидку вспомнить Щедровку оказалось для ставропольцев не такой простой задачей. Зато сам обычай жители краевой столицы знают довольно хорошо. А расскажите нам, как это вообще было? Что делали? Наряжались как? Да нет, как-то даже не знаю, просто ходили, каледовали и все. Наряжались, да. Ну, платки, наверное, какие-то надевали, раскрашивали лица, красивыми были. Ну, было, конечно, весело. Была какая-то загадка, что ли, сказка. Но, к сожалению, уже эти все традиции старые нами утеряны, к большому сожалению. Дети наши это уже как бы делать не умеют. Ну, я помню, наряжались, рассказывали стихи, каледовали, да, за это давали конфеты, сладости. Нам сейчас тоже приходят рассказывать стихи, мы специально заранее покупаем сладости и даем детям. Крестным ходили, кутью носили, стихи читали, поздравляли. Ну, вообще, насколько я знаю, первым делом поздравляют крестных. Наряжался я один раз, попал в Сибирь, и там, да, наряжались, там более эта вся культура развита, и там даже красят лица. И ходят друг к другу домой, не только к крестным, ко всем. Просто идут по улице и щедруют. Наряжались. Ну, как? И цыганка наряжались. Ну, скорее всего, то зайцем, то цыганкой, то еще каким-нибудь петушком там, или еще у нас же свой двор был, то коровой. И рога делали, все делали, приходим. Некоторые даже боялись нас, даже помойное ведро прокидывали мы.